В городе Алеппо, втором по величине в Сирии, взлетел на воздух отель «Карлтон». Момент взрыва можно видеть на любительских видео, распространенных в интернете. Последнее время проправительственные силы использовали гостиницу в качестве своей военной базы. Сообщается о десятках жертв, но точные данные о погибших пока неизвестны. Здание полностью разрушено, пострадали соседние строения, некоторые из них представляют историческую ценность. Взрыв отеля, находящегося под контролем армии Башара Асада, произошел на следующий день после того, как повстанцы начали вывод своих отрядов из Хомса, важного стратегического пункта на севере Сирии. Соглашение об эвакуации вооруженных оппозиционеров было достигнуто на прошлой неделе. Сам город, как видно на этих кадрах, почти полностью разрушен. В течение года правительственные войска вели его осаду, пытаясь выбить оттуда повстанцев.